Едем домой. На этот рынок хоть не выезжай. Вот пока дома сидишь и деньги целые, блин, как поедешь на рынок, так все надо. Все гребешь, гребешь, гребешь. Зачем? А деньги улетают, улетают, улетают. Зачем? Зачем, да. А мы сейчас... Город от нас 4, в 4 километрах где-то, вот 4-5 километров. И здесь вот родник есть, сейчас заедем, водички наберем. Источник освещенный. Вон. Хорошая водичка родниковая. Что Лёша говорит? Закрой дверь. Закрыла. Ой, бутылки возьмешь? Возьмем. Давай. А то я побежала уже сразу. На крещение приезжала здесь. Омывалась в купеле. Здесь есть купель такая. Не, маленький разлив, да? Сейчас покажу. Да. В прошлом году здесь так вода бурлила прям, когда паводок был. Ой, прям вообще. Вообще редкий случай, когда здесь никого нет. Вот мы приехали, никого нет. Вон источник. Лёшек пока наберет водичку. А, ну да, сегодня на рынке все. Вот, а я покажу вам купель. Вот. Это купель. Здесь можно, вот, заходите, пожалуйста. Можно окунуться. Водичка чистая. Холоднючая, правда, вообще. Вот так пахнет деревом так. Ой, классно. Лавки вон стоят. Вот. Тут ступеньки. Жалко, не взяла полотенчики. Я бы сейчас окунулась бы. Здорово. Дверь не закрывается здесь на замок. Просто так прикрывается и все. Вот. А это вот фигачит вода. Там озерцо небольшое, и оттуда вот идет вода. Рыбка плавает, отсюда вижу. Проснулись. Вон. Конечно, прибавилась водичка. Ну, не настолько. Как-то вот все прошло без паводка. Вот. А этот домик построили прошлым летом. В конце лета, по-моему. А просто была вот так вот, торчала труба. Вот, и был источник. Ты уже все справился, Лёшек? А, кран не закрыл. Чего ж ты кран не закрыл? Ох, Лёшек. Вон там есть камень такой, где там написано на нем. Что здесь на нем написано? Сейчас почитаем. Вот, деревня Красникова, Грибовской волости, Жиздринского, ой, такие названия, Грибовской, Жиздринского, находилась водяная мельница, принадлежавшая русскому промышленнику и меценату Сергею Ивановичу Мальцову. Вот она, даже видно, какая была.
Угу. Прикольная мельница. Красота, ребята, вообще. Здорово так. Все, едем домой. Нагулялись по рынку. Лешек, а рыбу видно, плавает. Сиреньку кто-то посадил. О, точно, у меня идея. У меня дубки есть. Вот надо приехать посадить здесь пару дубков. А чё? Пускай растут, тут им как раз и место будет. Птицы поют, вода шумит. Ну чем не красота, а? Живи и радуйся просто. Что я и делаю? Живу и радуюсь.